Дорогие друзья, мы с Сашей Дмитриевым снова решили рискнуть. И вот мы в фавелах уже не первый раз для того, чтобы снять один уникальный сюжет. Таких фавел в Рио-де-Жанейро сотни. Здесь правительство, президент. И все власти Бразилии не играют никакой роли. Здесь всем заправляет Артем Матвеев. Опусти камеру. Камеру, опусти. Камеру. Опусти камеру. Побежали! Как вы догадались, все это были съемки фильма. И стреляли мы понарошку и горели, хоть и по-настоящему, но безопасно. Ну и самое главное, дорогие друзья, я просто счастлив, что жив мой друг. Потому что когда я увидел его на асфальте с простреленной спиной, у меня просто усиленно билось сердце, хотя я знал, что на самом деле все хорошо. Это было тоже понарошку, Саша Дмитриев. Спасибо, что живой. Бразилия – один из самых крупных производителей фильмов в мире. В 70-е годы прошлого века именно из Бразилии к нам впервые пришли мыльные оперы и новеллы. И в частности, легендарная «Рабыня Изаура». Сегодня бразильские фильмы всемирно известны, продаются по всей планете и получают престижные награды. Каждый день они собирают у экранов миллионы зрителей. Такой успех был бы невозможен без людей, чьи имена всегда остаются за кадром. Дорогие друзья, мы с вами находимся в фавелах Бразилии, и сегодня расскажем вам об одной очень рискованной профессии, владеют которой только самые смелые, спортивные, отважные. В общем, это люди, настоящие герои, и очень часто они остаются в тени. Про их подвиги знают немногие. Вся любовь зрителей достается актерам. В то время, как на самом деле делают фильмы зрелищными и порой рискуют жизнью, вот такие скромные парни. Их имен вы не увидите на афишах, но именно они сегодня станут нашими главными героями. Bom dia! Меня зовут Дмитрий. Вас? Филипп. Филипп. Bom dia, Даниэль. Даниэль. Рафаэль. Рафаэль. Иван. Иван? Иван. Ну, у нас тоже есть имя Иван. Карлос Галвани. Карлос Галвани. Нани Кардозу. Нани Кардозу. Дорогие друзья, вы догадались, кто все эти люди, которые остаются в тени, но при этом они настоящие герои? Это каскадеры. Каскадеры – это люди, которые выполняют опасные трюки в кино. Целая команда, которая работает над самыми эффектными кадрами фильма. Итак, дорогие друзья, раскрываем секрет. Мы решили снять небольшой фильм про Диму Комарова и оператора Александра Дмитриева, которые путешествуют по фавелам. И с ними произошла очень неприятная ситуация. Они столкнулись с бандитами. У нас это было и в реальной жизни. Но, слава богу, в реальной жизни в нас никто не стрелял. А сейчас нас будут обстреливать, сбивать автомобилями. Мы будем гореть, взрываться. И покажем вам изнутри, как делаются настоящие шедевры бразильского кино. Ну и еще одна новость, дорогие друзья. Для того, чтобы снять фильм, нам нужен профессиональный оператор-постановщик. И к нам специально из Киева по приглашению программы «Мир наизнанку» приехал наш хороший знакомый. Узнали? Александр Шилов. Оператор-постановщик фильмов и сериалов. Вместе с «Миром наизнанку» в непальской экспедиции дошел до Эвереста. Поднялся на 6000-ник Айленд Пик. Ну что, чувак, поздравляю. Красава. И даже в рамках эксперимента украл волос человека Йетти. А самой важной частью съемочной команды сегодня будет постановщик трюков, два каскадера, пиротехники и ассистенты. Учить меня базовым навыкам каскадерского мастерства будет Даниэль. Он универсал, так называют каскадеров, выполняющих самые разные виды трюков. Падение с высоты, рукопашные драки и даже горение. Даниил, какие самые опасные трюки вы исполняли в своей жизни? Самыми сложными были трюки, в которых меня на большой скорости сбивал автомобиль. Сколько раз в жизни вас сбивал автомобиль? Честно говоря, я уже не помню. Очень много раз. А вы с какой высоты падали с максимальной, например? С 10 метров падал. Я в бассейн боюсь с 10 метров прыгнуть. А вы падали. Профессия каскадера появилась с активным развитием кинематографа. Зрители становились требовательнее, поэтому картины приходилось делать более зрелищными. Начали появляться дорогостоящие кинозвезды, рисковать которыми в опасных сценах не хотели. Так и появилась профессия дублера – человека, заменявшего звезд в самых рискованных трюках.
Профессия дублер, друзья. Мы сегодня с ней познакомимся изнутри, потому что я не умею исполнять профессионально многие трюки, которые может исполнить Даниэль. Он может после взрыва подлететь в воздух, упасть и остаться живым. Его может сбить машина, но ни одна его косточка не пострадает, чем я не могу похвастаться. Поэтому часто вы будете видеть Даниэля и думать, что это я. И мы вам раскроем секреты, как такие подмены случаются. Сегодня у каждого известного актера есть один или сразу несколько дублеров-двойников. Особенно это касается звезд крутых боевиков и блокбастеров. Как, например, крепкий орешек Брюс Уиллис или бывший Человек-паук Эндрю Гарфилд. Даже у Джеки Чана есть большая команда каскадеров, дублеров и постановщиков, без которых снять эпичное кино просто невозможно. Но этих людей так маскируют, что вы вряд ли когда-нибудь замечали, что вместо вашего любимого актера на экране совсем другой человек. И нам с Даниэлем тоже нужно превратиться в братьев-близнецов. Ну как, я похож? Ну, так сказать. Правда, у меня нет голубых глаз. Похоже или не похоже? Наиболее востребованными считаются каскадеры с типичной внешностью и не очень яркими чертами лица. Это помогает им перевоплощаться в самых разных героев и дублировать многих актеров. Я Дима Комаров. И я Дима Комаров. Давай пятерку. Но в нашей ситуации главное – схожесть телосложения. Потому что именно Даниэль вместо меня будет бросаться на движущийся автомобиль. По крайней мере, вначале я так думал. Камера будет снимать это со спины. Но в момент, когда сбивает машина, человек переворачивается, и лицо может появиться в кадре. Когда вы догадаетесь о том, что это подмена, нам нужно спрятать максимально. У нас несколько комплектов одинаковой одежды, потому что она будет рваться, пачкаться, и мы будем переодеваться многократно сегодня. По меркам каскадеров, сбивание человека автомобилем – простой трюк. Главное – добиться того, чтобы каскадеры и авто оказались в одной точке в нужный момент. По нашему сценарию, автомобиль должен появиться в кадре из-за угла в последнюю секунду. А это значит, что у Даниэля есть буквально несколько мгновений, чтобы сориентироваться и правильно прыгнуть на автомобиль. У профессионалов существует отработанная система. Водители и каскадер четко знают, на какую секунде машина будет в точке столкновения, даже если они не видят друг друга. Задача бегуна – правильно имитировать удар об машину. Задача водителя – вовремя затормозить. Опоздание или опережение на долю секунды может привести к травме. Сбивание Димы Комарова – генеральная репетиция. Поехали. Стоп, стоп, стоп. Все готовы? Да. Атенсион! Препара! Камера! Вай! На пару секунд всего опоздал. Из-за того, что нет прямой видимости каскадера и автомобиля, очень тяжело рассчитать, чтобы идеально совпали траектории в нужный момент. С первого раза добиться точности очень сложно. Вот видите, уже капот весь помят. Даниэль падает на авто снова и снова. В этой сцене у Саши была простая роль. Он должен был пробежать возле остановившегося автомобиля, а затем поднять каскадера. Но во время съемок трюковых сцен всегда возможны непредвиденные ситуации. Трагедия. Что случилось? Что с рукой? Не поломал? Конечно, это ужас, друзья. Опухла рука. Не дай бог, это перелом пальца. У нас просто, во-первых, палец жалко, во-первых, и Саша, во-вторых, у нас под вопросом все съемки. Я очень переживаю. Уже на первом трюке начались травмы. А впереди еще сложнейшие ситуации с возгоранием и взрывом. Страшно представить, что будет дальше. Пока, к счастью, обошлось без перелома. Саша собирается с силами и возвращается на съемочную площадку. Потеряно уже несколько часов, а не снята даже первая сцена. Все готовы? Камера? Камера идет. Мотор? Вай! Я побоялся собаки. Представляете, он машины не боится, собаки побоялся. Давайте глянем, что у нас получилось. Иногда кадры, снятые не по сценарию, оказываются наиболее удачными. Женщина с велосипедом попала так удачно, и собака набросилась. Супер вообще. Ребята, этот кадр снят. Ура!
Молодец! Ты герой настоящий. Чтобы эта сцена выглядела реалистичной, и вы не поняли, как работал дублер, в кадре обязательно должно появиться мое лицо. Как это сделать и остаться целым, я пока не знаю. Я, конечно, буду пробовать, но они сказали, на большой скорости мы тебе не рекомендуем, потому что можешь поломать руку, вывихнуть колено, поломать ребро. Это происходит регулярно в работе каскадеров, а у нас впереди еще большая экспедиция, я не могу себе позволить ломать какие-то конечности. Как правильно падать на движущийся автомобиль, меня научили на репетиции, которая была за день до съемки. Когда автомобиль уже будет рядом с тобой, ты должен поднять ногу вот так и перекатиться. То есть машина приближается, я должен поднять ногу и переворачиваться вот таким образом. А теперь попробуем с едущей машиной. Нужно будет сделать то же самое. Прыгнуть и перекатиться в легком движении. В легком движении. Ну давайте, ладно, хорошо. Да, давайте. Давай, я покажу для примера. Вот сейчас будут показывать. Вы видите, профессионал даже не использует. Ты без... Тебе не нужно на локотник кидать? Этого человека столько раз сбивала машина, в кавычках, что ему на локотники не нужны. Безумие, друзья. То есть сейчас я буду сам прыгать под машину, которая едет. Ну все, дублеры свободны. Можем без них. А теперь давай поменяемся. Я буду за рулем. Хочешь? Нет? Правильно сделал, что отказался. Вот так осваивается профессия каскадера, друзья. Перед съемкой команда тщательно готовит меня к трюку. Даниэль не использовал матрасы, но меня, как неопытного в этом деле, решили подстраховать. Итак, первый в моей жизни каскадерский трюк. Очень не хочется опозориться перед командой профессионалов, но нельзя забывать, что в этом деле цена ошибки – здоровье. Не забывай, чему я тебя учил на репетиции. Прыгай так, чтобы нога была твоей защитой, иначе можешь что-то себе сломать. Готов? Первый мой каскадерский дубль оказался недостаточно убедительным. Продолжаем. Матрасами очень хорошо. У меня нет каскадерских навыков, поэтому команде очень тяжело найти золотую середину между реалистичностью и моей безопасностью. Мы пробуем дубль за дублем, но водитель машины, похоже, слишком опасается за мое здоровье. Я хочу, чтобы когда я подбегаю, был еще эффект движения. А прямо перед прикосновением... Было резкое торможение. За доли секунд. Хорошо, я понял. Еще один дубль. Я уже еле живой. В этой одежде невыносимо просто. Съемки часто проходят в трудных погодных условиях. В воде, на холоде или в жарких пустынях. Это требует от каскадеров сверхчеловеческой выносливости. Одна сцена, которая на экране длится несколько секунд, нередко снимается десятками дублей. И каждый из них – риск для жизни каскадера. У нас в Рио-де-Жанейро сегодня жарко, как в пустыне. 40 градусов по Цельсию на солнце. Наверное, 12 или 15 дубль. Если учитывать те, когда водитель не смог совместить со мной фазу движения, я уже просто расплавляюсь. Зато я сегодня похудею на несколько килограммов. Ну, с Богом, пошли. Я думаю, неплохо должно быть, да? Посмотрим. Наконец-то нам удалось снять максимально подходящее движение. Но главная неожиданность – мы планировали снять только фазу с моим лицом, а сам трюк в фильме должен был исполнять каскадер. Но у меня получилось самостоятельно сделать трюк с автомобилем не хуже, чем у каскадера. И теперь в финальной версии фильма сцена с дублером не понадобится. Это очень хорошая новость. Кадры, в которых актер сам выполняет каскадерские трюки, считаются самыми ценными, потому что выглядят более естественно. Только на эту сцену мы потратили полдня. Это очень сильное нарушение графика.
Ребят, давайте, можно заряжать посадочку. Окей. Итак, друзья, посадочка – это такую закладывают капсулу с кровью, которая будет имитировать выстрел. То есть у меня взорвется рубашка и потечет кровь. В работу включается отдельная команда пиротехников. Здесь внутри небольшой взрыв-пакет, детонатор и мешочек с кровью. Чья кровь? Она не настоящая, а бутафорская. В плечо не будет ожога? Нет, там специальная защитная пластина. Никакого вреда не будет. Но помни, что нельзя смотреть в сторону взрыва. Самое принципиальное, друзья, и опасное в этом трюке, то, что ни в коем случае нельзя, например, Саше положить сверху руку. Будет травма. И самое главное, не дай бог нам посмотреть в сторону выстрела, потому что вылетают частицы с большой силой, идет взрыв, можно лишиться глаз просто. Нужно пропустить провод через штаны, чтобы он не попал нам в кадр. Весь начинен взрывчаткой и готов сдетонировать в любую секунду. В этой сцене очень важна командная работа. Здесь уже нет безлимитных попыток, количество зарядов ограничено. Основная сложность в том, что наш оператор-постановщик Саша Шилов и команда пиротехников в буквальном смысле говорят на разных языках. И в самые ответственные моменты лучше обходиться без переводчика, чтобы не тратить время. Сейчас мы снимаем кадр с момента, когда Дима упал и Саша его поднимает. Они поднимаются, разворачиваются, убегают в ту сторону. И в этот момент – бам! Ну, у тебя один дубль, поэтому бам будет только когда ты громко скажешь «А!». Ты скажешь «А!», это значит дубль нормальный и можно стрелять. Если ты молчишь, никто не взрывает. Если ты видишь, что тебя что-то смущает, то лучше вообще ничего не говори. Ты скажешь «Отмена», а они нажмут все равно. Молчи просто. Ну что, ребятки, с Богом. С земли убрали страховочные матрасы, чтобы в фильме они были не видны. И создавалось ощущение, что я упал прямо на асфальт. Именно с этого момента продолжается съемка следующего кадра. Приготовились, снимаем! Саша, очень сильный рывок. Стоп! С первого же дубля все пошло не так. Что такое? Да, ну ничего, я просто не пошел дальше за вами. А почему? Ну потому что не пошло у меня. Мы среагировали на твое стоп. Сбой у нас получился, потому что, ну, бывают сбои. Саша Шилов сказал стоп, а тот, кто должен был по крику «А!» нажать детонатор, услышал стоп и нажал. И у нас промах просто. У нас остается всего два патрона. Вот эти. Все. И у нас очень все плохо, потому что еще надо убить и меня, и Сашу. Убить. Подстрелить. Надо идеально сейчас сработать. Устанавливаем новый заряд в новую рубашку. С Богом, друзья. Приготовились? Можем снимать. Начали. В ухо! Ребята, в ухо! Воду, 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 быстро! При движении руки заряд приподнялся и выстрелил мне в голову. Весь поток краски оказался направлен точно в ухо. Именно о таком меня предупреждал пиротехник. Но на 100% просчитать траекторию взрыва, когда человек в движении, невозможно. Поэтому последствия неудачных дублей для каскадера могут быть куда опаснее. Боже, как у меня звенит в ушах. Это кошмар. Такой, знаете, фон такой. Очень громко. Еще и налилось краски в полное ухо. Гудит вот вся голова вот так. Надо стрелять вот в эту точку, вот, в лопатку. Мы изменили расположение взрыв-пакета. Для меня остался всего один заряд и одна рубашка для этой сцены. Напряжение растет. Готовимся к решающему дублю. Это, по сути, последняя попытка при этом освещении. Нам очень важно снять, потому что иначе все может просто накрыться. Я уже начинаю переживать. Берешь так же, чтобы мы не отвлекались. Руки сверху, головы отвернуть. Начали. Вот, друзья, вроде бы сейчас есть результат. Должно быть очень неплохо. Посмотрим, как выглядит рубашка после того, как ее прострелили. Вот идут провода. Видите, с этой стороны надежная защита, пластина, чтобы не повредить тело. Здесь, конечно, видно, что это был выстрел. Но на общем плане издалека оно будет достаточно красиво. Настала Саша на очередь быть подстреленным. Теперь задача, чтобы мы разделились с Сашей. И Сашу подстрелили так, что я этого не вижу.
Материалов осталось только на одну попытку. А вот уже заложен пакет с кровью. Саша, от тебя очень многое зависит, тебе важно упасть максимально натуралистично. Я понимаю, что мы не актеры, и мы первый раз в постановочной съемке участвуем, но максимально прочувствуй эту ситуацию, представь ее. Все. С Богом. И... Беги вперед, разделяем! И... Беги вперед, разделяем! Еще переверни, сильнее, ляж, на живот. Пошевелись, что ты жив, просто открой глаза такой. А. О, лицо хорошо у него, очень хорошо дышит сейчас, прекрасно, крупненько. А крикни. Нет, а, стой! Ой, меня подстрелили. Дорогие друзья, я вижу на асфальте Александра, но с ним все хорошо. Саня, улыбнись в камеру, собака. Это ж страшно смотреть. Прострелили друга. Это кино. Кино требует жертв. Ужасное зрелище. Мне самому страшно смотреть. Настолько реалистично. Это же мой друг. Буду смотреть его. Вставай, скотина. Вставай. Вот так вот. Но у нас, по легенде, это ранение не смертельное. Оно, конечно, когда футболка загибается, кажется, что позвоночник, но на самом деле это вот вбок. Смотрите, как он содрал руку себе реально. Это уже не киношная кровь. Но ты играл реально как Брэд Питт, Том Круз. Они все отдыхают и курят в сторонке. Их так не убивали. Его убили круче. Вот капсула от крови. Оп. И все. Все, теперь убитый уже не убитый. Смотрим отснятый материал. И вот ошибка. Во время съемки ее было практически невозможно заметить. Но оставлять такой дубль нельзя. Нужно что-то срочно придумать. В общем, друзья, иногда случаются киноляпы. Саша поднял руки и отреагировал на полсекунды раньше, чем произошел выстрел. Это очень смешно. У нас больше нет ни футболок, ничего. Переснимаем все равно. Надеваем футболку задом наперед. Ну что, сейчас мы подстрелим Сашу уже нормально. Эй! Беги вперед, разделяем! Во второй раз Саше удалось синхронизировать свои движения с взрывом пакета. Именно этот дубль мы использовали в нашем фильме. Для реалистичности мы снимаем не в декорациях, а в самой обычной бразильской улочке в пригороде. Приходится подстраиваться к реальной жизни, проезжающим машинам и зевакам, попавшим в кадр. А звуки выстрелов и люди в крови привлекают еще больше внимания всех местных жителей. Как тебя зовут? Жади. Жади, а тебя? Габриэл. Габриэл. Робсон. Анри. Бриано. Смотрите, меня прострелили как, видели? А это ложный выстрел, вот. Ложный, конечно, да. Съемки длятся уже 9 часов. Остается 3 часа светового дня. На жаре вся съемочная команда устает еще сильнее, но не останавливается. В следующей сцене мы снимаем стрельбу. Здесь наш каскадер Даниэль превращается в обычного актера. Ты когда-нибудь играл бандита? Да, постоянно. Татуировки у тебя красивые, есть череп. Ты будешь у нас настоящий бандит, все поверят. Ты представьте себя бандитами вообще, представьте, вы хозяева этой фавелы. И тут идут какие-то журналисты, про которых никто ничего не знает, идут, разговаривают и проходят мимо вас. Вы, представляя себя бандитами, такие заинтересованно: не понял, кто это такие, что они тут снимают, а? И вы начинаете спокойно, вы уверенные в себе, вы хозяева, вы не бежите сразу, вы спокойно так смещаетесь из-за этого автобуса. И отсюда вы на португальском языке говорите: эй, не снимай, стой! И мы начинаем бежать. Пошли, прорепетируем. Мы бежим, а вы начинаете нас догонять. Оружие у каскадеров бутафорское. Все спецэффекты и звук выстрелов добавляют на монтаже. Дальше нужно снять сцену с пулями, летящими прямо у нас над головами. Для этого также есть специальные киношные уловки. То есть это оружие для пинбола? Как мы его используем? Я буду стрелять над тобой в стену. Наши специальные шарики будут имитировать попадание пуль. То есть, друзья, если обычные шарики для пинбола наполнены краской, то здесь порошок. И когда этот шарик ударяется о стену, идет дым, как будто бы был выстрел. Смотри, не попади в нас! Не волнуйся. А если попадешь, какой эффект? Будет больно. Так, все, не попадай в нас. Давайте, на позицию. Для начала репетируем, чтобы стрелок мог правильно рассчитать траекторию выстрела. Бах, бах, бах!
Аккуратнее с головами. Выше голову не поднимай. Могу попасть. Окей, окей. Еще раз. Бах-бах-бах. Нормальная скорость? Да, давай в таком же темпе. Снимаем. Ювелирная работа. Фейковые пули свистели в сантиметрах от наших лиц. Ребята, отличная работа. Просто супер. Вы похожи на бандитов, хотя очень добрые внутри. А мы переходим к самой зрелищной финальной части. У нас остается 1 час светового дня, и нам нужно срочно успеть. Я должен взорваться, а потом должен гореть. Это будет финальная и самая опасная сцена. Вот, друзья, мы сейчас готовим взрыв. Сюда у нас якобы упадет граната. Мы посыпаем взрыв-пакет песком, чтобы песок взлетал в воздух и создавал эффект, ну, что все разлетается. Так выглядит взрыв на площадке. Но потом в дело вступает магия спецэффектов. Меня должно отбросить взрывной волной. Я выбегаю отсюда. Тан-тан-тан. Звучит взрыв. Типа такого, да? Тоже постарайся не задумываться, чтобы не было в глазах того, что ты вот сейчас собираешься прыгнуть. Ну, как же это сделать? Это нужно услышать взрыв и в этот же момент оттолкнуться. За сегодняшний день было столько дублей с падениями, что основы этого искусства я уже освоил. Правда, пока только с матрасами. Да? Нормально руками? Да. Все хорошо. Впереди самое сложное и опасное. Я буду гореть. Трюки с горением очень востребованы в кинопроизводстве и считаются показателем высокого мастерства каскадера. Огонь усложняет задачу. Когда ты весь горишь, сосредоточиться на выполнении, к примеру, еще и акробатического трюка намного сложнее. А невнимательность в этом деле часто приводит к трагическим последствиям. Холодно и мокро, на меня надели огнеупорную кофту. И сейчас меня будут смазывать полностью огнеупорным гелем. Этот гель создает тонкую пленку между поверхностью горящего и воздухом, полностью перекрывая доступ кислорода. В общем, друзья, это американский гель. Такой же используется в Голливуде. Точно такой же гель. И все, кто горят в голливудских фильмах, горят вот намазанные такой холодной гадостью. Это, друзья, огнеупорные штаны тоже. А носки тоже огнеупорные, ребят? Да, конечно. Слушайте, ну вот теоретически, если в таком костюме оказаться реально в горящем автомобиле, если ты спортсмен-гонщик, насколько он защищает? На какое время можно не сгореть? И гонщики, и каскадеры на съемках используют такую же защиту. А сверху еще один защитный костюм. В таком снаряжении можно до 30 секунд пробыть в горящем автомобиле. Еще кожа специальная, тоже огнеупорная. Профессионалы утверждают, что к огню нужно привыкнуть. Поэтому за день до съемки меня, можно сказать, приучали к огню. Признаюсь честно, тогда все закончилось частично сожженными бровями. Это жесть. Хватит, пацаны, вы что делаете? Нет, 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 нет. Я горю, 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 горю. Вот это да! Я чувствую запах. Волосы сгорели? Да, немного. Это из-за твоих движений. Если будешь так дергаться и смотреть вниз, спалишь себе все волосы. Когда пошел огонь, я увидел это. И я увидел объем пламени, масштаб, но еще не чувствовал жара. Было первые полсекунды как-то непонятно. Потом я почувствовал, что жар идет, и он доходит до лица. В этот раз допускать такую ошибку нельзя. Но когда вся нижняя часть тела в огне, очень тяжело контролировать свои движения. Так что меры безопасности команда усилила. Так, ну что, проверяем, проверяем огнетушитель, самое главное. Давай. Есть! Отлично! На всякий случай есть еще мокрое одеяло, если огнетушитель не сработает. Чтобы каскадеры могли отличить мою актерскую игру от реальной команды «Срочно тушить огонь», договариваемся об условном знаке. Сделаешь вот такой знак – это будет команда «Тушите». Окей. Мои ноги поливают воспламеняющейся жидкостью, которая, как бензин, обеспечит на мне и на моей одежде красивое, эффектное пламя.
Это самый опасный момент съемки. Все в напряжении. Начали! Я горю! Помогите! 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 Потушите меня кто-то! Тушите! Тушите! Скажу честно, ощущения не из приятных. И даже если не смотреть вниз и не сжигать брови, а никакой боли нет, мозг бьет тревогу. Происходит очень сильный выброс адреналина. Не представляю, как в таком состоянии можно еще и сосредоточиться на выполнении трюков по сценарию. Теперь я на собственной шкуре почувствовал, насколько сложна профессия каскадера. И мне безумно интересно узнать, что же движет этими людьми. Их имен не знают фанаты, а гонорары несравнимо ниже, чем у звездных актеров, вместо которых они рискуют своими жизнями. Это мое призвание. Моя профессия – это вызов своим страхам, постоянный адреналин. Я кайфую от этого. Вы молодцы, вы настоящие герои. И благодаря вам наша жизнь, жизнь каждого человека на планете, становится чуточку интереснее. И за это вам спасибо. Обригадо! Съемка закончена! Теперь, когда мы увидели весь съемочный процесс за кадром, давайте еще раз посмотрим готовый ролик целиком. Дорогие друзья, мы с Сашей Дмитриевым снова решили рискнуть. И вот мы в фавелах уже не первый раз для того, чтобы снять один уникальный сюжет. Таких фавел в Рио-де-Жанейро сотни. Здесь правительство, президент. И все власти Бразилии не играют никакой роли. Здесь всем заправляет Нардем Мар... Опусти камеру. Камеру опусти. Камеру. Опусти камеру. Побежали! Такое развитие событий не раз могло стать для нас вполне реальным. Этот сценарий нашего мини-фильма рожден жизнью. В фавелах нас действительно направляли оружие во время съемок и могли застрелить. В Бразилии сама жизнь подбрасывает такие сюжеты, которых не придумает ни один сценарист. Эта фавела называется Росинья, и вот мы уже приближаемся к ней. Там нас ждет уникальная встреча, встреча с человеком, судьба которого напоминает сценарий фильма, ну никак не иначе. Очень тяжело себе представить, что самая обычная девочка, рожденная в халупе, в трущобах, в будущем могла стать наркобаронессой и возглавить наркобизнес огромной фавелы. Но такой пример существует, и вот сейчас мы познакомимся с этой женщиной. Я очень надеюсь, что у нас это получится. Женщина на таком посту в Латинской Америке, явление, если не уникальное, то очень редкое. Завоевать уважение среди бандитов невероятно сложно. Путь к такому положению требует много личных жертв и оставляет за собой след из трупов. Но этой женщине удалось стать одной из первых наркобаронесс в Бразилии и выжить. Это дом нашей главной героини. Она нас ждет. Bom dia! Здравствуй! Здравствуйте, очень рад вас встретить. Поможет? Мне нужно спрятать собаку, она может укусить. Вот так вот, друзья, это так живет бывшая наркобаронесса. Эта женщина руководила наркотрафиком всей этой фавелы. Но это, правда, было в 80-х годах. Сейчас Ракель Сантос де Оливьера 54 года. Она все еще живет там, где ее имя 20 лет тому назад наводило ужас. Сегодня ее по-прежнему помнят, здороваются. Все знают о том, чем она занималась. Но это только добавляет уважения местных жителей. Тут свои законы. Можно заходить? Заходите. Обригадо. Чувствуйте себя как дома. Спасибо вам огромное. Вот мы можно познакомимся? Кто-то у вас дома есть? Это мой младший сын, Калеби. Поздоровайся. Калеби, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Женщина-наркобаронесса, крутейшая, в Бразилии была только одна. Хочу показать вам фото, какой я была в то время.
О, это вы? Да, такой я была. Вот, пожалуйста, наркобаронесса, глава наркофавел, наркокартеля. Вот так может выглядеть. Я вообще с трудом себе представляю, вот такая начальница. И в подчинении десятки вооруженных мужиков. Я была красивой, но и агрессивной тоже. Я ничего не боялась, да и сейчас не боюсь. И я была жестокой. Люди боялись меня. У меня были очень строгие правила. И кроме меня не было ни одной женщины с таким статусом. А вы убивали других людей? Это была часть моей работы. Да. Вы много людей убили? Да. В каких ситуациях это происходило? При каких обстоятельствах? Я убивала педофилов, воров, предателей. Когда я впервые убила человека, мне было 15 лет. Почему вы убили в 15 лет? В то время я работала на Крестного, и одной из моих обязанностей было доставлять товар. Тогда я получила свое первое оружие. Был заказ. Человек заказал 2 килограмма марихуаны, и я поехала отвезти. Но когда я оказалась на месте, мужчина запер меня и хотел изнасиловать. Я поступила справедливо. Здесь, в фавелах, у тех, кто занимался наркобизнесом, было свое понятие справедливости. Мы были как полицейские, которые сохраняли порядок. Мы не допускали воровства. Не только на своих точках, но и во всей фавеле. А были воры, которые могли украсть газовый баллон у бедных людей. Или даже шлепанцы. Такое мы жестко пресекали. То есть вы убивали даже за украденные шлепанцы и газовый баллон? Да, мы убивали. В нашем районе нельзя было украсть ничего. Такое правило есть до сих пор. То есть если сегодня здесь кто-то украдет шлепанцы или кроссовки, его тоже убьют? Если будет жалоба и найдут этого человека, его убьют. Дорогой, извини, но я немножко устала. Хочу присесть. Пожалуйста, извините, да. Как проходил ваш обычный день в роли главы картеля? График работы менялся по мере того, как бизнес расширялся. Вначале штаб состоял из 12 человек. Но оборот рос, и мне самой приходилось сутками сидеть в отделе фасовки. Я сама потом ходила на улицу. В конце в моем подчинении было уже 19 человек. Какой был финансовый оборот? Где-то 1,5 миллиона реалов в неделю. Сидя в этом маленьком старом доме, мне трудно представить, что эта женщина держала в руках миллионы. Будешь кофе? С удовольствием. Самое главное, что вы вышли из этого порочного круга и бросили это черное дело. Что касается выхода из мира наркобизнеса, это непростой вопрос. Не каждый человек может выйти. У меня получилось только потому, что погибли некоторые люди в моем окружении. И потому, что я была боссом. Как вы стали боссом наркомафии? Это не было нечто случайное. Это было предначертано. Я была последней женой Налду, известного наркодельца здесь, в Росинье. Тогда он уже был вторым человеком в системе наркотрафика нашей фавелы. Сколько ему лет было? Ему 24, мне было 25 лет. Почему вы в него влюбились? Этот гламур, его статус, как второго человека в этом мире, то, как он одевался, его уверенность, это меня привлекало в сексуальном плане. Потом его убили. А мне и еще нескольким его соратникам удалось сбежать. И когда ко мне пришли с предложением занять его место, это было естественно. Мне это было не нужно. Я хотела просто продать весь оставшийся от Налду товар. Но этим людям не отказывают. Это было очень сложно. Очень. И через 2 года такой напряженной жизни я стала не выдерживать. Я начала употреблять кокаин. Однажды я провела 5 суток без сна с оружием в руках. За вами пытался кто-то ухаживать или боялись, что вы расстреляете? Пытались, но как лидер я должна была держать их подальше. Я использовала их только для секса. Для меня навсегда остался любовью только Налду. Я продолжала любить только его. И вы больше никого не полюбили? Больше никогда никого не полюбила. Нет. Когда возглавляли наркокартель, вы
Наверняка же были очень богатым человеком, да? Нет, потому что все, что мы заработали с Налду, все имущество, было конфисковано полицией. А я, когда вышла из бизнеса, все спустила на кокаин. Остался только этот дом. Все, что я заработала сама, все мои дома, драгоценности, машины, сбережения, все забрал кокаин. Фантастика. Воспоминания даются Ракель нелегко. Эти несколько лет, за которые сегодня ей стыдно, изменили ее жизнь до неузнаваемости. Но в итоге Ракель смогла сохранить свободу и от наркотиков, и от тюрьмы. Вы взаимодействовали с полицией? Да, сотрудничала. Я всегда умела договариваться с полицией. То, что рассказывает бывшая наркобаронесса, шокирует. Но в фавелах похожие истории встречаются часто. Большинство детей проходят такой же путь, как и Ракель, когда растут в неблагополучном окружении. Это замкнутый круг. Я родилась в семье алкоголиков и педофилов. Мой дед был алкоголиком, мой отец был алкоголиком, моя бабушка была алкоголичкой. Моя мать отсутствовала в моей жизни. Она часто уходила из дома на месяцы, и я ее не видела. Когда мне было 6 лет, она отдала меня моему отцу, чтобы он со мной развлекался. В смысле, отцу родному? Да, и он не смог меня изнасиловать только потому, что я была как дикое животное. Дралась, кусалась, царапалась. Мне удалось от него сбежать, и я стала жить на крышах домов. Питалась из мусорников и просила деньги на улицах. Иногда меня забирала бабушка, но она была зависима от азартных игр и всегда была в долгах. И вот однажды моя бабушка решила продать меня. Вспомните этот день. Как это произошло все? Она в очередной раз меня позвала. «Внучка, внучка, пойдем со мной». И мы пошли в игорный дом. Там меня завели в комнату, где были огромные мужчины с оружием. Меня стали удерживать. Один из них схватил меня за волосы. За волосы? Начал трясти. Поднял над полом и сказал, что убьет. Бабушке дали какие-то деньги, и она ушла. А я осталась. Какой кошмар. Какой кошмар. И в ту ночь, когда за мной пришла женщина и сказала мне подождать в кухне, я была уверена, в мои 9 лет, что со мной хотят сделать то, что всегда хотел мой отец. Я чувствовала. Я взяла на кухне большой нож и спрятала его за спину. И когда женщина вернулась, я ударила ее в шею. Но она была большая, а я маленькая. Она начала сильно бить меня, и нож выпал. Я упала сверху на него. Она закричала. Пришел охранник с оружием и схватил меня за волосы. А я нож держала за спиной и всадила ему в ногу со всей силы. И его нога оказалась прибита к полу. Поразительно, вы вогнали нож в шею надсмотрщицы. Вы проткнули ножом ногу, пригвоздили ее к полу вооруженному человеку. Почему они не убили вас после этого? За меня заступился главный. Что-то во мне он увидел. Меня больше не трогали. Они узнали, что я умею читать и писать. А тогда здесь все были безграмотными. Меня отправили в игорный дом. И я стала вести бухгалтерию. И обо всем этом я рассказала в этой книге. Это книга о моей жизни 30 лет назад. Сегодня Ракель снова стала знаменитой. Но уже не в бандитских кругах, а на всю Бразилию, как писательница. В своей книге она описала криминальное прошлое и тяжелые последствия работы в мафиозном бизнесе. Ее книга в Бразилии стала бестселлером. И сегодня, благодаря этой работе, Ракель мечтает исправить ошибки прошлого и дать детям из фавел правильный пример для подражания. На самом деле это чудо. Я пережила 3 войны в фавелах. Мне просто повезло, что я смогла остаться в живых и начать новую жизнь. Я поняла, что самое важное в жизни. Единственное, что остается после нас в этом мире, это любовь. Вы сейчас готовите уже вторую книгу. Да, скоро закончу. Первая часть нового бестселлера. Очень крутой книги, которая, несомненно, будет очень популярна. И в Бразилии, и не только в Бразилии. Вы говорили про очень жесткие вещи, про очень страшные вещи. И спасибо вам за то, что вы рассказали о том, что многие бы пытались оставить в тайне. Ваша правда поможет, уверен, многим людям повернуть на правильную дорогу. 100%. К истории Ракель можно относиться по-разному.
Но одно можно сказать точно. Пройдя путь от крупного наркоторговца, на совести которого не одна жизнь, до человека, который стремится спасти от наркозависимости как можно больше молодых ребят, она доказала, что какие бесстрашные ошибки ты не совершил, всегда можно найти в себе силы попытаться исправить нанесенный вред. Начать жизнь сначала. И таких примеров в Бразилии много. Многие бандиты, которые завязали, пытаются как-то сгладить свою вину и творить добрые дела, уже выйдя из группировок и завязав с наркотрафиком. И вот сейчас мы идем в гости к одному человеку, который делает действительно очень-очень важное дело и спасает многих молодых бразильцев от того, чтобы они не пошли по темному пути. И вот этот манекен говорит нам о том, что здесь увлекаются боксом. Пробираемся потихоньку на самый верх. Это все район Притрущоб. Здесь живут очень бедные люди. Многие дома нелегальные. Здесь находится школа, которую открыл бывший грабитель и бандит, который теперь решил воспитывать детей и не допустить, чтобы они стали бандитами и грабителями. Он открыл свою школу бокса и за счет своих сбережений, а также за счет пожертвований волонтеров, тренирует ребят. Вот, пожалуйста, вовсю идет тренировка. Большинство из этих ребят – это жители трущоб, у многих из них очень проблемные семьи. У кого-то погибли родители в перестрелках. Здесь действительно это очень важный навык. Уметь драться здесь так же важно, как уметь дышать. Bon dia! Bon noches! Самые внимательные из вас, возможно, уже узнали знакомого нам Чарльза, который в прошлых программах показывал нам изнанку фавел Рио-де-Жанейро. Много моих друзей здесь. Томас, Кабесина тоже были ворами. Они все погибли здесь. Это все ваши детки-подопечные, да? Да, мои ребята. А откуда они? Здесь и местные из других районов тоже тренируются. Если тоже хотите поучаствовать, присоединяйтесь. Конечно, конечно. Я всегда готов. Но я дерусь плохо, скажу сразу. Ничего страшного. Понаблюдай, потренируйся. Это может научить тебя нескольким навыкам самозащиты. Ну вот смотрите, кстати, я человек новый в Бразилии, и здесь действительно опасно. Вот давайте сейчас разыграем ситуацию, что я глупый турист, который поздно ночью идет по фавелам в неправильном месте, а вы, предположим, на меня нападаете. Покажите, как это происходит. Здесь обычно воры нападают с ножом, револьвером или куском дерева. Чтобы защититься, недостаточно владеть боксом. Нужно знать много навыков самообороны. Я иду по фавелам, я иду. Иду. Отдай сумку. Сумку. На колени. Теперь вы увидели реально, как это обычно происходит. То есть обычно ствол, да? Напасть на тебя могут с оружием, куском стекла или даже балкой. Но ни в коем случае нельзя реагировать, как ты. Нужно стоять, как статуя. А давайте тогда разберем. Вы говорите, я поступил неправильно. А что я сделал неправильно в этой ситуации? Ты отмахнулся рукой. Это от испуга. Нельзя так делать. Такая реакция здесь будет смертельной. Хорошо. Вот, предположим, такая же ситуация. Я иду. Вы, как вор, подошли. Как правильно реагировать, если пистолет, нож? Возьми, пожалуйста. Забирай, только меня не трогай. То есть просто подошли, ты оставляешь и стоишь? И уходишь. Окей, и уходишь, да. Лучше даже не смотреть назад, чтобы вор не подумал, что ты пытаешься запомнить его лицо. Чарльз открыто делится советами, как уберечь себя при ограблении, потому что сам был грабителем. Он не скрывает своего прошлого, но рад, что сегодня ведет совершенно другую жизнь.
Я навсегда завязал с воровством. Всю жизнь я любил заниматься спортом, ездой на мотоцикле. У меня много талантов, но все это я выбрасывал в мусор своей воровской жизнью. Сейчас у меня есть один сын, и я не хочу, чтобы он жил так, как жил я. А познакомьте с сыном, пока он не ушел. Чарльз. Здравствуйте. Это настоящий Чарльз. Меня на самом деле зовут Муаси, но все знают меня по кличке Чарльз. Дима. Рафаэл, но все зовут меня Сонеко. Сонеко, очень приятно. Вас как зовут? Фабио, или Большой Негр. Фабио или Большой Негр. А вы знаете, у нас слово «негр», кстати, некорректное. Вот считается, если ты говоришь «негр», это расизм сразу. У вас здесь, в Бразилии, это нормально произносить такое слово? Это шуточная кличка между друзьями. Окей. Габриэл. Габриэл, очень приятно. Дима, а это кто такой самый маленький у нас? Это наш ядерный муравей. Как зовут тебя, ядерный муравей? Артур. Очень хорошее имя, спасибо. А вот еще наш будущий чемпион. Будущий чемпион, привет. Как зовут? Фабрисио. Фабрисио, очень приятно. Расскажите про вашу команду. Сегодня здесь не все. Всего в нашей школе 40 учеников. И хотя у нас нет никакой государственной поддержки, мы сами себя обеспечиваем и гордимся этим. Откуда финансирование? У меня есть знакомый депутат городского совета. Он помогает нам каждый месяц небольшой суммой. Половина минимальной зарплаты. Но это уже что-то для нас. Плюс я подрабатываю. И часть заработанных денег вкладываю в этих ребят. Ты вот пришел в эту школу. Какая твоя цель? Ты хочешь стать самым сильным? Ты хочешь стать чемпионом? Мировым чемпионом. Мировым чемпионом. Это цель достойная. А ты? Я хочу стать атлетом. Атлетом. Это достойная цель, ребята. Это очень классно. Очень приятно, что даже вот в этом районе есть детки с такими классными, достойными целями, которые хотят не заниматься всякой гадостью, а идут в нужном направлении. Ну, вас, сынуля, даже я понимаю, что бесполезно спрашивать с таким батей. У вас цель наверняка достойная. Прежде всего, я хочу завершить свою учебу. Также в конце этого года хочу стать чемпионом Бразилии. У вас здесь нет ограничений по возрасту. Кто хочет, тот приходит. У нас нет никакой дискриминации по расовым, сексуальным и другим признакам. Можно быть маленьким, большим, толстым, кривым, каким угодно. Здесь бокс для всех. А кем вы работаете? Я работаю в охране банка. Вы случайно познакомились не в тот период, когда вы банки грабили? Если бы это было какое-то время назад, мы бы вполне могли встретиться в банке. И тогда бы наверняка кто-то из нас оказался бы лежащим на земле с пистолетом у затылка. Как хорошо, что вы познакомились здесь. Все, на сегодня тренировка закончена. И не забывайте принять душ, чтобы не вонять. Школа Чарльза призвана не только научить детей боксу, но и уберечь их от криминального пути, который выбирают многие подростки в этих неблагополучных районах. Об этом Чарльз знает из личного опыта. Ходил в фавелу, видел, что буквально там 15-16-летние пацаны ходят с автоматами, и у них такие уверенные выражения лиц, они вот чувствуют себя хозяевами. Я понимаю, что для них это вот такая игра детская. То есть они получили власть, они получили оружие, и они кайфуют, у них кураж. Я тебе так скажу, про адреналин это действительно правда. Когда ты крадешь, это все или ничего. И ты становишься зависимым от этого. На самом деле, мне никогда не нужно было красть. Мой отец был бедный, но еда у нас всегда была. Так случилось из-за влияния плохой компании. И теперь я хочу все сделать, чтобы мой сын и другие парни не попали в эту зависимость. Ну, сын у вас крутой получился, чемпион. Вообще, мой сын попал в бокс, можно сказать, насильно. Так получилось. Мне нужно было с чего-то начинать этот проект. Я начал зазывать друзей моего сына заниматься здесь боксом. И он на этой волне тоже попал в мою школу. И вот достиг таких результатов. Представь, если бы я сейчас был вором, как мой сын жил бы? Я не скрываю от него свое прошлое. Сейчас я делаю все, чтобы быть хорошим отцом для своего сына и помочь другим детям не выбрать тот путь, который выбрал я в их возрасте. Как вы стали бандитом? Как так случилось? Вот вы помните момент, когда произошел этот переход, и обычный мальчик решил, что пора грабить? Как и у многих других, у меня все началось с малого. В магазинчик заходишь, здесь карандашик берешь, там тетрадь, тут мороженое крадешь. И так все больше и больше. Затем становишься старше, встречаешь других ребят, которые этим же делом занимаются.
И вот я услышал, что кто-то продавал так называемую «большую восьмерку» — револьвер. И я купил его. Так у меня появилось мое первое оружие в 17 лет. А за какие деньги вы купили? Вот вам 17 лет. Где взять деньги на револьвер? Я крал деньги у женщины, которая ухаживала за мной. Она работала в баре, и я тащил деньги из кассы. Мне очень больно это вспоминать. Она была хорошим человеком. Как я рад, что это все в прошлом. Вы наворовали на пистолет. И вы помните свое первое преступление с этим пистолетом первым? Было очень много ограблений. Я уже не вспомню детали первого, но это был мотоцикл. Помню, как я запрыгнул на него, кричал водиле: «Слезай давай быстро, это теперь мой». Я был хорошим вором. Многие хотели стать моим напарником. Бывало, мы по 5 мотоциклов за день угоняли. Но этот человек был непростым уличным воришкой. В криминальном мире он заработал серьезную репутацию за куда более крупные дела, чем воровство сумок и угон мотоциклов. Первый раз, когда вы ограбили банк, вот вспомните, как это было? Постепенно мы перешли от мелких краж к более крупным. И вот пошел разговор о том, чтобы ограбить банк. Выбрали банк, спланировали все. И вот так получилось, что в тот день мне выпала роль пилота. В колонии из 3 мотоциклов я был последним. И когда доехал до банка, там уже были слышны выстрелы. Я успел только перехватить одного из наших на выходе, и мы уехали. А сколько вы тогда взяли? Меня, по сути, обворовали. Мы тогда взяли, может, 300-400 тысяч реалов. Получалось где-то по 50 тысяч на человека. Но мне не досталось даже 10 тысяч. Вы убивали кого-то? Слава богу, никогда. Когда-то я стрелял в человека, который меня избил. Я хотел застрелить его, но пистолет раз за разом давал осечку. Сейчас я рад, что все закончилось именно так. Понимаешь, мой отец меня не контролировал и вообще не хотел знать про меня. В методах воспитания моего отца было слишком много ударов и слишком мало человеческих слов. То есть он в прямом смысле вас бил, или это был психологический удар? Нет, очень даже физические удары. Вот у меня сломан зуб, пришлось вставлять имплант, голова тоже пробита. Мой отец очень много меня бил. И поэтому сейчас я стараюсь воспитывать своего сына так, чтобы он никогда не испытывал того, что испытал я. Сейчас Чарльз живет новой жизнью. Его главной целью стала помощь детям не только в физическом развитии и умении постоять за себя, но и в выборе правильного пути в этих трудных районах. Пути без наркотиков, оружия и грабежей. Далеко не каждый способен найти в себе силы выбраться из этой ловушки. Поэтому всегда важно помнить, есть вещи, которые лучше только увидеть на экране, но не повторять в реальной жизни. Смотрите в следующей программе. Мир наизнанку отправляется на поиски самой красивой бразилянки. Вот никогда не скажешь, что мы находимся в колонии строгого режима. А сколько вы уже находитесь здесь, в тюрьме? 8 лет и 9 месяцев. Мы покажем, как проходит ежегодный конкурс красоты в одной из самых суровых тюрем Бразилии. Самый ценный приз – это вентилятор и разрешение установить его в своей камере. А еще познакомимся с человеком, который в попытках стать красивым перешел все мыслимые границы. Извините, грудь тоже у вас, да? Очень мощная, да, очень мощная. Сейчас она похожа на женскую. Есть что-то. Я думаю, многие женщины очень позавидовали бы. Расскажем, что скрывается за грудой мышц. В тот день я выпил большую дозу стимуляторов для лошадей. Для лошадей? И узнаем, почему накачанное тело не принесло мужчине счастья и что угрожает ему сейчас. Деформированные мышцы останутся такими на всю жизнь.